Здравствуйте, уважаемые господа. Давайте быстро поставим сейчас... И дамы, забыл сказать. Давайте быстро поставим плюсики, кто видит, кто меня слышит, и начнем уже нашу трансляцию. Вот, я уже появился, ура. Я нахожусь в своей киевской квартире. Надеюсь, вам понравится внешний вид. Я решил специально сегодня одеть вот такую красивую рубашку, так как на улице весна, очень хочется... чтобы вы почувствовали настроение, которое есть у меня, весеннее, теплое, хочется уже тепла, солнышко. Нас сегодня очень много, я так вижу по нашим плюсикам. Ну и давайте начнем. Я так предполагаю, вы все-таки уже соскучились по Сангая. И начнем. Сегодня я бы хотел с вами отработать Сангая, который я проводил во время морского курса. Также бонусом сегодня будет мной переданные коды в виде цифровых кодов. Также мы эти цифровые коды все вместе отработаем. Фактически я вам сегодня дам мастер-класс по практикованию цифровых кодов. В дальнейшем я выпущу такой семинар. На этом Сангая я объясню, каким образом эти коды можно практиковать. И дальше будем смотреть, как у нас будет получаться по времени. Сегодняшняя Сангая будет очень необычным, оно будет посвящено практикам, которые я проводил во время морского курса 44-го. Также вы услышите огромное количество новых кодов. Также я вам дам цифровые коды. Скорее всего, с цифровых кодов я, скорее всего, и начну. Сейчас я открою файл, который я приготовил специально для нашего Сангая. Одну секунду. Коды. Вот, называется «Магия лечит». Вот такой семинар у меня. Итак, сегодня мы будем начнем с цифровых кодов, которые я раньше не давал. Я буду вам эти цифровые коды произносить, а вы будете представлять там, где я буду это говорить. Начнем мы с кодов, которые связаны с целительством. Допустим, как это будет делаться? Допустим, первый код – это мы будем его делать для того, чтобы или читать, или представлять, представляя каждую цифру у себя на уровне поджелудочной железы. Таким образом, мы сможем полечить у себя сахарный диабет. Вначале мы проведем практики, связанные с кодами, которые мы поставим в свои органы. Там сегодня я, насколько успею, 10 кодов для денег, а также где-то я вам дам, наверное, 36 кодов по заболеванию практически там большого. Заболевания, и после этого мы перейдем к отрабатыванию 44-го морского курса. Поэтому у нас одновременно сегодняшняя Сангая будет не простым Сангая, будет Сангая с отрабатыванием новых практик и фактически с мастер-классом, который я дам для вас совершенно бесплатно. Ну, давайте начнем. Итак, как мы будем это делать? Я буду произносить цифру. После этого мы эту цифру будем представлять у себя на уровне поджелудочной железы. Когда я буду говорить вдох-выдох, вы будете делать вместе со мной вдох-выдох. Давайте я вам покажу. Будет это делаться так. Итак, первый подбор кодов цифровых, которые будут лечить нам поджелудочную железу и убирать у нас сахарный диабет, необходимо представлять, будто цифры вы видите либо перед собой, либо у себя на уровне живота. Итак, как я буду делать это сейчас? Я буду представлять у себя цифры, допустим, это выглядит так. 70, на животе 70, дышу я естественным образом, после этого 6, представляю, будто 70 цифра исчезла, я представляю, будто 6 цифра появилась. Как она может появляться? Она может появляться маленькой или большой, одно из условий, вы ее должны хоть как-то представлять. При этом опускать голову и смотреть на уровень своего живота нельзя. Ее необходимо, как правило, представлять у себя на уровне поджелудочной железы, либо на уровне всего живота. Можно представлять перед своим телом, можно представлять написанной фломастером любого цвета на своем теле, можно представлять, как будто вы сбоку смотрите на себя, и там появляются цифры. Одним словом, как вам захочется. Даже для людей, у которых не получается представлять никак, просто необходимо как-то гипотетически знать, что... представление у вас получается или оно идет, и знание того, что вы сейчас со мной занимаетесь, и это с вами происходит, будет достаточно для того, чтобы улучшить здоровье. Сейчас
подразумевает, что у людей плохое самочувствие. Именно поэтому мы начнем с кодов, которые исключительно восстанавливают нам, убирают у нас заболевания. Сейчас я пишу цикл лекций, это будет не одна лекция, она будет называться «Цифровое объяснение мира». Это очень интересный цикл лекций. Я буду объяснять, как цифры связаны с внешним видом, внутренним миром, внешними проявлениями, как рассчитать человеку события, используя цифры. Я могу сказать, что огромное количество открытий было сделано мной, когда я начал писать этот семинар. Огромное количество идей появилось. Я думаю, что это будет цикл лекций около 10 и будут идти отдельным вот таким семинаром. Сегодня вы услышите или получите информацию о одной, наверное, сотой или десятой вот той информации, которую я собираюсь, наверное, все-таки одной сотой той информации, которую я собираюсь дать во время этих. Это все понравится. Ну и давайте начинать. Итак, все мы сейчас меня видим и слышим, а я постараюсь вас представить. И не делайте то, что я буду делать. Я объединю вас и себя одним энергетическим объединением. Как бы возьму всех нас в одну энергетическую структуру. Махум хахрио, махум хахрио, махум хахрио, махум хахрио, махум хахрио, махум хахрио. И давайте начнем работать. Сейчас первое, что мы делаем, мы прорабатываем кодами цифровыми, представляя мои первая цифра 70 представили, вторая цифра 6 представили, третья цифра 9 представили, четвертая цифра 99. Представили. Делаем вдох и выдох. И выдох. Отдыхаем. Представляем цифру 999. Представили цифру 999. Представили, будто вместо нее появилась цифра 6. Представили, будто вместо цифры 6 появилась буква А русская. Представили вместо буквы А цифра 7. Делаем вдох и выдох. И выдох. Представляем, на весь живот появилась буква О. Представляем цифру 7, представляем букву А, представляем букву АУ вместе. Делаем вдох, делаем выдох. Представляем цифру 99. Дальше. И дальше цифру 19. Делаем вдох и делаем выдох. Отвлекаемся и смотрим на что-нибудь, что это даст. Данные построенные цифры будут работать с вами аж целых 9-10 дней. Обычно это больше, чем полторы недели. И данные цифры прямо с сегодняшнего дня, прямо сейчас начнут гармонизировать вам заболевания, убирать, вернее, у вас заболевания поджелудочной железы, а также гармонизировать работу поджелудочной железы. Как правило, данный код, по моему мнению, может убрать у человека заболевания сахарный диабет и панкреатит. Ну что, дальше продолжаем. Часто у человека есть опущение органов, также выпадение матки, а также грыжи всевозможные, которые есть на животе. Сегодня мы постараемся убрать это все, в том числе грыжу. Если вы можете представить, где грыжа у вас находится, то вы можете на самой грыже. У кого ничего этого нет, просто представляйте цифры, написанными на своем животе. Итак, первая цифра 442. Сначала делаем вдох и выдох. Теперь представляем 442. Дальше 449. Дальше цифра 2. Дальше цифра 7. Делаем вдох и выдох глубокий. Дальше цифра 6. Цифра 3. Дальше 446. Дальше 445. Делаем вдох. Делаем выдох. Дальше 448. 443. 8. 1. Делаем вдох. Делаем выдох. Хочется задать вопросы, потом зададим. Дальше цифра 4.
цифра 5, цифра 400, цифра 447. Делаем вдох, делаем выдох. Как могут представляться цифры, я скажу еще раз. Они могут представляться написанными вверх тормашками, справа налево, слева направо. Это не имеет совершенно никакого значения. Получается, представляете? Итак, что мы делали сейчас? Мы вот таким простым способом лечили свои грыжи, которые у нас могут быть паховые, также выпадения всевозможные. Дальше. У тех людей, у кого есть проблема толстого кишечника, а также геморроя. Сейчас у вас, допустим, есть геморрой, вы его ощущаете, если он у вас есть. Вот смотрите. Если вы представите место, где у вас болит геморрой, и будете прямо на этом месте боли представлять вот эти цифры, то мы сейчас прочитаем этот код, и геморрой на протяжении 2-3 минут исчезнет и не будет вас в дальнейшем мучить. Скажите, это может показать эффективность? Ну, не каждый признается, наверное. Я хочу по этому поводу рассказать медицинский анекдот. Спрашивают самое плохое. И человек отвечает, самое лучшее заболевание – это чесотка. Чешешься, чешешься и никак не можешь начесаться, потому что очень нравится. А какое самое плохое? Самое плохое – геморрой. Почему? Потому что болит, не нравится, очень плохо, сам не видишь и другому человеку стыдно показать. Вот такая смешная история. Ну что, попробуем убрать свои геморроидальные узлы. Я решил, что это для нашей группы будет важно и нужно, так как в нашей группе сейчас весна, а как правило весной именно и обостряются геморроидальные узлы. Также данные коды можно использовать для разжижения крови, убирания тромбофлебитов, убирания тромбозов тканей. Одним словом, очень полезно. В случае, если у вас нет геморроя, можете на животе у себя или где-то перед собой представлять эти цифры или где-либо написать на своем теле. Также, если у вас непроходимость сосудов на ногах, вы можете сейчас вам буду давать. Смотрю, вообще идет трансляция или нет. Уважаемые господа, я вас очень прошу, давайте перестанем писать. Когда вы перестанете писать, то будет мгновенно все всем понятно. Так как вы пишете, это все забивает трансляцию, так как это все транслируется в вебинарной комнате, и будет хуже. Поэтому давайте не будем сейчас писать особо, и у нас все получится. Ну что, все готовы убирать геморрой? Начнем. Итак, представляем в толстом кишечнике цифры. Так, делаем вдох-выдох. Три, восемь, 13. Делаем вдох и выдох. Следующие цифры. 65, 4, 10, 77. Делаем вдох и выдох. Дальше. 7, 6, 15, 80. Вдох и выдох. Дальше. 12, 82, 11, 14. Теперь представляем, в левой ноге, прямо в середине вашей левой ноги, в любом месте появляются эти цифры. В середине левой ноги. Вдох-выдох сначала. И 9, 3, 8, 13. Вдох-выдох. Дальше. 65, 4, 10, 6, 15, 18, 80. Вдох-выдох. Дальше. 12, 82, 11, 14. Теперь в правой ноге. 9, 3, 8, 13. Дальше. 65, 4, 10, 77. 7, 6, 15, 80. 12, 82, 11, 14.
Я знаю, что вам очень тяжело, так как ментальной энергии не хватает, она очень тратится на представление именно цифр. Но я могу вам сказать, не нужно особо заморачиваться сегодня, а также дальше, когда будете смотреть данный вебинар, я объясню вам почему. Дело в том, что во время этого вебинара я работаю с вами для того, чтобы у вас все... Поэтому не особо переживайте. Я не представляю на себе, я представляю это в вас. Именно это позволит вам в дальнейшем очень эффективно с этим отработать. Дальше. Головные боли, заболевания эпилепсии, заболевания нервных состояний. Убираем. Итак, представляем прямо в голове цифры 4992. Дальше. А, забыли сделать вдох-выдох. И представляем. 4992. 4999. 2. 7, вдох и выдох. Дальше, 6, 3, 4996, 4995, вдох и выдох. Дальше, 4998, 4993, 8, 1, делаем вдох. Делаем выдох. Дальше. 4, 5, 4994, 4997. Делаем вдох. Делаем выдох. Складываем вот так ручки и от лба проводим к затылку. Делаем так несколько раз. Делаем вдох и делаем на задержке дыхания. Раз, два, три, четыре, пять. И делаем выдох. Это сгармонизирует левое и правое полушария вашей коры головного мозга, и лучше начнете с сегодняшнего дня думать. Запись будет работать, можете не переживать. Сейчас на работе нахожусь, не получается, ничего страшного. Какие у вас побочные эффекты могут быть или какие-то неприятные ощущения? Конечно же, могут быть самые неприятные и очень ненравящиеся ощущения. Не продолжаем. А? В голове движение. Это мы убирали эпилепсию, головные боли, а также разравнивали сосуды. Я вам говорю, то, что я с вами сегодня делаю, это то, что можно было бы продать за очень дорого в виде вот такого вебинара. Тем не менее, почему я решил это сделать? Я это решил сделать по одной причине. Дело в том, что сейчас присутствуют ученики школы, которые должны были посмотреть данный семинар бесплатно, но оплатили его. И для того, чтобы им не было обидно, я дам вот этот семинар в виде цифровых кодов, который является дополнительно семинаром как бы не бесплатным, и им будет просто после этого совсем не обидно за то, что они заплатили деньги. Вот так. А кто бесплатно участвует, тоже не страшно. Дальше, от всех кожных заболеваний. Представляем на коже своего тела, особенно на тех местах, где есть у вас заболевания, цифры. Итак, делаем вдох и выдох. И начинаем. 7. Представляем много семерок по телу. Дальше, 44. Дальше, 9. Дальше, 38. Дальше, вдох-выдох. 71. 4. 17. 52. Делаем вдох-выдох. Дальше. 3, 28, 9, 8. Вдох-выдох. Дальше. 8, 9, 39, 45. Делаем вдох и выдох. Дальше. От того, чтобы не было никогда головных болей у человека. Делаем вдох и выдох. В голове представляем цифры. 6, 7. 6, 8, делаем вдох и выдох. Представляем, будто в левом глазу мы представляем те цифры, которые я вам буду давать. Это мы будем убирать глаукомы и катаракты. Левый глаз. 9, 16, 2, 7, вдох-выдох. 6, 13, 3, 12, вдох-выдох. 15, 10. 8, 1, вдох-выдох, 4, 5, 11, 14, вдох-выдох. Теперь в правом глазу. 9, 16, 2, 7,
6, 3, 13, 12, 15, 10, 8, 1, 4, 5, 11, 14. Отдыхаем. Скажите, необычные состояния? Необычные. Они нестандартные, да? Дальше работаем со своими глазами. Конъюнктивиты, заболевания глаз, миопатия это не с той оперы, миопатия это заболевание мышц, миопия, близорукость и так далее. Сможем полечить следующим кодом. Делаем вдох, делаем выдох, в левом глазу представляем цифры 5, 7, 8, 2, 0, 6, 0, 2, делаем вдох и выдох. В правом глазу 5, 7, 8, 2, 0, 6, 0, 2, делаем вдох и выдох. Дальше от газообразования в животе, диспепсии необходимо представлять прямо в середине вашего живота, в кишечнике, появляющиеся эти цифры. Вы сидите ровненько, я буду вот так ручками еще делать. Делаем вдох, выдох и выдох. И дальше 60. 23, 2, 7, вдох, выдох, 6, 3, 20, 19, 22, 17, 8, 1, 4, 5, 18, 21. Дальше. От всех видов диареи, несварения кишечника, от заболеваний, связанных с дисбактериозами, молочниц. Вместе со мной представляем в кишечнике своем цифры. Делаем вдох-выдох и начинаем. 16, 23, 2, 7, вдох-выдох. Дальше. 6, 3, 20, 19. Дальше. 22, 17, 8. 11, дальше 4, 5, 18, 21, дальше от смещения пупка. К чему приводит смещение пупка? К невезениям в жизни. Я решил, что будет очень неплохо поставить пупок вам на место. Прямо на пупке представляем написанные цифры. Если поставить эти цифры на пупок и представить, будто они там светятся, это цифры 7, 8 и 6, то тогда у человека полностью исчезают неприятности в жизни, он приобретает гармонию, то есть гармоничный вес. Сейчас, секунду. Приобретает гармоничный вес. Сейчас я попробую поэкспериментировать немножко. Ой-ой, извините. Попробую запустить какой-нибудь эффект. Мне очень хочется запустить какой-нибудь эффект и узнать, видите вы этот эффект или нет. Вот попробуем сейчас запустить эффект. У вас ощущения необычные, конечно. Мы должны отдохнуть, потому что это очень сложный метод. Скажите, у вас сейчас есть изменения видео или нет? Я увижу это. Дальше. Нет никаких изменений. Это хорошо. Тогда я отключу эту программу. Жаль, конечно. Обманули меня. Эффект такой в виде видеокамер. Ну что, давайте смещение пупка для того, чтобы мы стали очень везучими, а также приобрели нормальный свой вес. Итак, представляем, будто в нашем пупке находятся цифры. Делаем вдох-выдох. И дальше. 7, 8, 6 и дальше вдох, выдох.
У нашей группы есть проблемы, связанные с тазобедренными суставами, а также болями в коленях. Необходимо представлять, будто те цифры, которые сейчас буду давать, вы их видите прямо напрямую во всех своих элементах боли, где они проявляются, а именно в коленях, в стопах, в тазобедренных суставах и так далее. Ну что, начнем? Делаем вдох-выдох. И начинаем. 69, 99, 89, вдох-выдох. Дальше. 79. 79, 39, дальше 39, 99, 49, делаем вдох и делаем выдох. А давайте теперь узнаем у тех людей, у кого были проблемы, которые связаны были с геморроем. Скажите, сейчас боль исчезла, если она была у кого-нибудь? Ну, к сожалению, ничего не могу сказать, мне ничего не болит. Ну ничего страшного, у меня все впереди. Дальше. От хронических заболеваний в животе. То есть все заболевания, которые могут быть в животе, это могут быть там какие угодно заболевания. Мы попробуем вылечиться при помощи цифровых кодов. Итак, представляем, будто в середине вашего живота или поверх живота появляются цифры. Вначале делаем вдох-выдох и начинаем. 7, 9, 20. 6, вдох-выдох, дальше, 2, 16, 13, 3, дальше, 14, 4, 1, 5, дальше, 11, 5, 8, 16, не знаю, как у вас, у меня весь живот начал там в середине шевелиться. Да нет такого? Дальше. А у вас есть дети, скорее всего, и у меня есть дети. А сейчас мы попробуем повлиять на наших детей. Мы поставим коды на наших детей. Сейчас представляем всех наших детей и прямо на ребенке в любое место ставите коды. Эти коды цифровые сделают все для того, чтобы ваши дети не болели. Делаем вдох-выдох. Представляем одного или нескольких детей и ставим на них коды. 33, 32, 27. Вдох-выдох. Дальше 33, 66, 37. Дальше 37, 46, 67. И ждем, чтобы энергия отделилась. Чтобы благоприятно выносить ребенка, у кого этого нет, у того полечит половые органы. Итак, я буду представлять это на своем близком человеке. Делаем вдох-выдох и на животе представляем. Единица, восьмерка, девятка, 14, вдох-выдох. Дальше 11, 12, 13, 6. Дальше 7, 2. 8, дальше 13, 10, 5, 4, дальше. Для того, чтобы месячные шли регулярно, делают только женщины, для женщины это поставлю, вдох-выдох. А если давно климакс, все равно ставим, таким образом лечатся заболевания мочеполовой системы, делаем все исключительно, кроме мужчин, представляя это на уровне своей матки. Вдох-выдох, 125, 2, 5, вдох-выдох, 16, 10, 18, 19, дальше вдох-выдох, еще раз вдох-выдох, 10, 10, 99, вдох-выдох, 140, 3, 30, 99, вдох-выдох, дальше. А также будут мужественностью не страдают, а также у них там анонизм, возможно, или слабая потенция. Для того, чтобы их, у них это убрать, мы сейчас их представляем и на их половых, ну, знаете, представляем те цифры, которые я вам буду произносить. Вдох-выдох,
И дальше. 96, 47, 4, 7, вдох-выдох. 6, 7, 16, 37, вдох-выдох. 67, 68, 7, 9, 5, 8, 63, 65, вдох-выдох. Представляют все? Но я хочу вам сказать, что в случае, если вы хотите забеременеть, вам необходимо сейчас будет со мной делать этот код. Если вы хотите забеременеть, представляете, на уровне матки вот эти коды. А если хотите быть богатым человеком, то данные цифры необходимы своей грудью или написанными на груди. Поэтому, чтобы забеременеть в животе, чтобы стать богатым на уровне груди. Каждый где хочет, тому что необходимо. Итак, вдох-выдох. Дальше. 11, 8, 1, 14, вдох-выдох. 5, 10, 15, 4, 2, 13, 12, 7, 16, 3, 6, 9. Дальше. Для процветания семьи и потомства. Представляем, будто вы цифры представляете в середине той квартиры, где вы сейчас занимаетесь. Также, в случае, если цифры представлять в своем офисе, в своем магазине, это увеличит количество процветания магазина и так далее. Будет добавлять вам товара, будут приходить люди за покупками и так далее. Поэтому представляем это не в себе, а вне себя. Для того, чтобы это не... посидеть, я нарисую определенный символ такой на вас. И делай выдох. Не представляем. 117, 124, 2, 5, вдох-выдох. Дальше. 6, 3, 111, 120, 113, 118, 8, 1, 4, 5, 119, 122. Дальше. От депрессии и тревожного состояния представлять необходимо либо нарисованным на своей коже, либо в середине своей головы, где захотите. Также, если вы в данный момент испытываете состояние страха, депрессии, тревожные какие-то состояния, то могу сказать, что представляйте данные цифры в том месте, где у вас происходят вот эти ощущения. Делаем вдох-выдох, начинаем представлять. 7, 8, 9, 3, 17. 25, 15, 12, вдох-выдох, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 2, вдох-выдох, 2, 9, 12, 1, 5, 5, 3, 3, вдох-выдох, 4, 7, 3, 4, 6, 2, 1, 10, 10, 11, 6, 3, 9, 3, 9, 13. Нужно отдохнуть. Сейчас, когда вы это сделаете, то эти цифровые коды включат в вашем теле энергии, которые... надолго, прямо очень надолго. Но я могу сказать вам, что вы устали. Никто не мог предположить, что это так сложно делать. Да? У нас чуть-чуть осталось еще. Слезы текут, правильно. Пупок как живой, все оживет. Беспокоят экстрасистолы, программу ТФ пропила. Сейчас мы лечим это все. Нужно покашлять. Как лечить экстрасистолию? Необходимо каждый день выбирать время. Вот почему у людей, у которых есть проблемы сосудов, очень часто появляется откашливание. Это такая особенность. Оказывается, когда человек кашляет и делает это принудительно, он очищает свои сосуды. Именно поэтому необходимо это выполнять как практику. Садиться 2-3 раза в день и специально кашлять. Вот таким образом. Делать это в виде медитации. Каждую из этих бусин что-то кашлять по несколько раз, пока не закрутится голова.
Если вы это будете делать, один круг четок почистит у вас в ногах, второй круг четок почистит в середине вашего тела, и третий круг четок почистит в вашей голове. Вы представляете? Резко сильно заболела голова и прошла через минуту. Скажите, у вас есть сейчас ощущения такие, как будто радость появилась? Если хоть чуть-чуть радости появилось, это говорит синдром позвоночной артерии. Убирать точно так же, как... убирать точно так же при помощи кашля. Делайте это, все хорошо. Дальше, убирание психического напряжения. Я заметил, вы знаете, психическим напряжением болеют очень часто люди, у которых очень ярко выраженная психическая энергия. Если у человека очень ярко выражена психическая энергия, то есть по-другому ребенок, допустим, очень психовосприимчив, вот у меня такой ребенок, она очень... психически сильный человек такой, и она очень тонко воспринимает. То есть человек что чувствует, она это уже понимает, ну и рожден ребенок с таким даром, там, она видит сквозь стены, может сказать, кто сейчас придет. Когда-то был Новый год, и на Новый год она зашла, и учительница говорит, сейчас у вас будет подарок, и за ширмочкой стояла Соня. Она говорит, да-да, сейчас моя мама выйдет из-за ширмочки, она там спрятана. То есть у нее это очень часто проявляется. Но я могу сказать, что у моей дочери Розы данная энергия сейчас проявляется в сотни раз ярче, чем еще у моей дочери Маши. Представляете, я сегодня ночью это увидел. Это, конечно, потрясающе. У нее это еще ярче. Естественно, я понимаю, что они будут в маленьком возрасте и в среднем получать психического напряжения, потому что они не будут знать, как от этого психического напряжения избавляться. Им необходимо будет это все переваривать. И для того, чтобы это переваривание произошло у вас, а также у тех людей, которых вы любите, я специально написал код, который убирает у человека психическое напряжение. Что это такое? Если вы ночью засыпаетесь и во время засыпания часто дергаетесь, это говорит о том, что у вас психическое истощение или психическое напряжение. Где необходимо представлять цифры? В голове. Ну что, сделаем? Или в груди, или в животе. Начнем. Делаем вдох-выдох. Дальше. Цифра 5. Делаем вдох-выдох. Цифра 1. Делаем вдох-выдох. Цифра 5. Делаем вдох-выдох. И дальше. 3, 7, 5, 4, 6. Вдох-выдох. Цифра 5. Вдох-выдох. Цифра 8, вдох-выдох. Цифра 5. Я знаю, что у вас ничего не получилось. Не переживайте. Если у вас не получается совершенно, это говорит о том, что вы психически перенапряжены. Именно поэтому в дальнейшем необходимо это еще раз сделать. Дальше. Устранить депрессию. Представлять на уровне живота те цифры, которые я буду давать. Делаем вдох и выдох. И представляем. 4, 9, 2, вдох-выдох, 3, 5, 7, вдох-выдох, 8, 6. Как в дальнейшем научиться легко представлять данные цифры? Посмотрите видео, где показывают советские лампы с цифрами. Когда-нибудь видели советские лампы с цифрами? Есть такие... ламповые часы, которые показывают в середине них светящиеся цифры. Я постараюсь такие лампы купить, прямо демонстрируя эти коды на светящейся лампе. Также я могу сказать, что есть такие коды, которые можно расположить определенным образом в виде ромбика или в виде цифр определенных, для того, чтобы произошла гармонизация. Я такие коды буду давать сейчас на четвертой ступени своим ученикам для гармонизации 52 гун или 25 гун, для 25 гун и так далее. Очень интересная будет у нас четвертая ступень. Дальше. От мнительности, галлюцинации, шизофрении представляем в своей голове цифры. Смотрите, я буду говорить 1233, что обозначает 1233. Дело в том, что 1233 легче поставить, чем 1233. Правильно? Поэтому давайте будем ставить эти цифры в голове. Делаем вдох-выдох. 1233. 1237.
12.40, 12.26. Делаем вдох-выдох. 12.39, 12.24, 12.32, 12.38. Вдох-выдох. 12.28, 12.30, 12.29, 12.41. Вдох-выдох. Дальше. Чтобы мышцы восстанавливались и никогда в мышцах боли не было, представляем сверху на своем теле написанные цифры. Делаем вдох-выдох. Дальше. 8, 3, 4, вдох-выдох. 1, 5, 9, вдох-выдох. 6, 7, 2, вдох-выдох. Представляем, будто пишем в середине щитовидной железы цифры. Это восстановит щитовидную железу. Также любую железу, которая... В грудных железах можно эти цифры ставить в грудные железы. Поджелудочной железы, в нее можно ставить. Предстательной, в нее. Яичники, в яичники. Но мы сейчас проработаем щитовидную железу. Итак, делаем вдох-выдох. 8 в горле. 1, 47, 42. 46, 45, 4, 5, 2, 7, 41, 48, 45, 44, 6, 3. Дальше. Очень часто люди жалуются, что на них происходит энергетическое подключение, а также влияние. Также люди говорят о том, что есть какие-то там энергии, которые они чувствуют и так далее. Чтобы это все отключить сегодня, представляем перед собой или нарисованные на себе следующие цифры. Делаем вдох-выдох. 8, 334, 334, 334, 7. Делаем вдох и выдох. Дальше. 8. 334, 334, 334, 7. Делаем вдох-выдох. Дальше. 8, 334, 334, 334, 7. Делаем вдох и выдох. Молодцы. От эпилепсии мы читали. Чуть-чуть надоело мне уже. Убрать сексуальную озабоченность у себя. Сейчас этим очень часто страдают люди. То есть люди страдают, им надо обязательно интимные там, отношения и так далее. Я не говорю все, я говорю, что есть люди, которые страдают. Поверьте, сейчас страдающих больше, чем до весны. Поэтому для того, чтобы это не мешало, поставим эти коды. Где их на теле, перед телом, в середине тела, где захотите. Также вы можете, если вам это не нужно, поставить своим детям, особенно молодым мальчикам. Итак, вдох-выдох. 75, 82, 2, 8, 7, 3, 79, 78, 61, 76, 9, 1, 4, 6, 77, 80, и от всех заболеваний кожи. Сейчас весна, очень много заболеваний кожи. Заболеваний кожи, аллергии. Итак, вдох-выдох. 76, 92, 2, 7, 6, 3, 90, 97, 91, 77, 8, 1, 4, 5, 4, 7. Отдыхаем. Ну, ты же не ожидал, это заняло очень много времени. От курения, пожалуйста, дорогой учитель. Могу вам посоветовать, делай так. Каждый вечер, когда вы ложитесь спать, перед самым сном произносите всего лишь несколько слов. Говорите, все, с сегодняшнего дня бросаю курить, это очень легко. Делайте это каждый день на ночь. Вы же на ночь не курите уже. То есть покурили... Перед сном произносите слова. Я вам обещаю, если вы ежедневно на протяжении лишь 18 дней произнесете эти слова перед своим засыпанием, то я вам обещаю, курить вы бросите. Даже если вы заядлый курильщик, не можете с этим справиться, я вам говорю серьезно. Это очень хорошо работает. Горячий привет из Туркменистана, Ашхабад, Майя.
МК-44. Учитель, я после курсов бьюсь. Мои не продвигаются, уже в отчаянии. Помогите, что-то идет не так. Только должна дойти до финиша, все обрывается. Никак не могу сдвинуться с мертвой точки. Помогите, пожалуйста, подтолкнуть меня и мои дела. У меня был знакомый, он был академик. Мой близкий человек, он в свое время сказал такие слова. Вечный двигатель я придумал, но что такое мертвая точка и почему она все удерживает? Я могу сказать вам, что такое мертвая точка. Мертвая точка – это возможность отдохнуть. В тот момент, когда человек бьется и у него ничего не получается, он находится в мертвой точке. Мертвая точка – это движение обратно. Смотрите, если вы в мертвой точке находитесь, а вы в ней, скорее всего, находитесь 100%, вам в это необходимо вот что сделать. Вы должны 3 дня или 5 дней или 7 дней отключить телефон, начать заниматься массажем, никаких не делать эзотерических практик, не выпивать алкоголь и в это время как можно больше лежать. Это проверенный метод. Начните лежать, начните спать, читайте книжку, а? Замрите, да, начните накапливать психическую энергию, потому что ее вам не хватает для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Дело в том, что мертвая точка – это несбалансированно в разные стороны направляющаяся энергия. Когда человек говорит о мертвой точке, он думает, что это точка стояния. Нет, это точка гиперэнергии, просто вся энергия друг друга подавляет, потому что она вся двигается вовнутрь. Она двигается вовнутрь во всех направлениях. Таким образом, направление исчезает, и если в нее попадает энергия, то она эту энергию забирает. И эта мертвая точка – это как раз гиперэнергия. Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, обычно необходимо больше усилий, а этих сил не хватает. Именно машина стоит, ее столкнуть с места гораздо сложнее, чем потом толкать, когда она уже катится. И вот эта мертвая точка, она глобальная, она забирает во всех направлениях энергию. Причем забирает больше, чем у машины, которая начинает двигаться. Именно поэтому для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, человеку необходимо больше энергии. А энергию человек может накопить только в том случае, если он очень много спит, очень много лежит и очень много психически отдыхает. Вам необходимо отключить телефон, не смотреть новости, не заниматься эзотерическими практиками, а просто спать и есть. Есть и спать. Накапливать энергию для того, чтобы с мертвой точки выйти. Я прав? Ну вот, вы представляете. Поэтому, когда человек говорит, у меня ничего не получается, у меня все очень плохо, и после этого оказывается в таком положении, когда ему вообще необходимо просто... Он говорит, я хочу просто лечь и спать. Правильно, вам нужно просто. Можно ли беременным проходить практики? Конечно. Заболела щитовидка после цифр, как раз геузелок. Спасибо, скоро избавлюсь. 100%. Подскажите, можно ли беременным проходить? Конечно. Когда выпадают волосы, анализы хорошие. Говорит о том, что очень много женских гормонов выделяется. Страшно, клонит в сон. Конечно, это очень-очень энергетически затратные методы. Ну что, а давайте-ка пока попробуем запрограммировать свои кошельки. Итак, у вас есть кошелек? Представляем, будто в вашем кошельке появляется цифра. Не нужно его сейчас брать в руки совсем. Итак, представляем, будто у вас кошелек, и в кошельке появляются цифры. Делаем вдох-выдох и представляем в кошельке. Один, один, один. Дальше вдох-выдох. Семь. 9, 9, вдох, выдох, 9, вдох, выдох. А теперь, чтобы у вас в сейфе водились или в квартире водились деньги, представляем на всю квартиру или в своем сейфе, как захотите. Я буду представлять одновременно во всех видах своего бизнеса, буду представлять в офисах других, также буду представлять сейчас всех вас, как будто у вас в квартирах это появляется, в своей квартире, а также во всех сейфах, которые у меня есть. Ужас какой. Ну что, начнем. Вдох-выдох. 18, 11, 10. Вдох-выдох. 8, 9, 10. 8, 8, 9. Дальше. Для того, чтобы люди в вас влюблялись,
На груди представляем цифры. Делаем вдох-выдох. 4, 9, 8. Вдох-выдох. Дальше. 5. Шесть, три, четыре. Расскажите, есть ли код для того, чтобы легко родить? Конечно, очень долго необходимо представлять появляющуюся цифру 4 на своем животе. Тогда очень быстро родите. А вам не быстро, вам легко. Простите, не представляйте, а то родите прямо сегодня. Я до этого говорил, чтобы легко выносить и хорошо родить. Я вам этот код уже дал. Дальше. Чтобы быть всегда богатыми, перед собой представляем цифры. Первая цифра – 8. Делаем вдох-выдох. Теперь представляем 8. Дальше вдох-выдох. 6, 7. Вдох-выдох. 9, 10, 1. Вдох-выдох. 3, 4. Вдох-выдох. 2. Делаем вдох-выдох. Достаточно. Очень голова кружится, да? Невезения все не будем. Чтобы бизнес процветал, представляем свой бизнес в виде там, того, чем вы занимаетесь, и делаем вдох-выдох, и цифры представляем. 4, 3, 8, вдох-выдох, 9, 5, 1, 2, 7, 6. Молодцы. У вас хорошо получается. Чтобы быть богатыми и могущественными, делаем вдох-выдох, 6 перед собой представляем, вдох-выдох, 11, 10, 1, 7, 6, 3, 13, 4, вдох, а на выдохе произносим ах, ах. Достаточно. Ой. Света, там на столе золотые четки мои, дашь мне их, пожалуйста? Отдыхаем. Я разрешаю перед вторым циклом данных практик. Я знаю, что вам не очень приятно сейчас. Наверное, цифры начали работать у вас, поэтому у вас такое очень необычное состояние. Вы представляете, что можно сделать с вами за 56 минут? Я очень рекомендую сейчас, вы должны знать, что с вами происходит. Сейчас у вас, скорее всего, очень снизилась глюкоза, и вам, скорее всего, хочется что-нибудь съесть. Поэтому давайте мы пойдем сейчас на кухню, если вы дома находитесь, и попробуем что-нибудь съесть. Я съем круассан. Я люблю круассаны. У меня уже готовый чаек с круассанами. Я знал, что сегодня мне захочется. Бегите на кухню, бегом ешьте. Ну что, давайте все-таки цокнемся нашими чашечками, выпьем чая. Я буду пить, конечно же, виски. О, кто-то пишет, я пельмени, супер. Надо обязательно что-нибудь съесть. Напишите, кто что ест. О. Кто что ест? Банан, ура. Помидорку, булочку с маком, орешки, рыбку, шоколадку, карамельку, мармеладку, гематоген. Шоколад, ну вы даете. Не ешьте шоколад, он вреден. Сыр, правильно. Сырок, правильно. Грушу, овсяное печенье. Когда это вы еще со мной, за моим столом, в моей квартире, сможете со мной чая попить? Вместе с едой. Смотрите, зачем меня звать в гости? Вот так собрались, как дела? Покушали, все вместе, каждый свой. Мясо краба, уго, вафельку.
Финский торс. Круассан. О, есть круассанчики. Не вставай, не вставай. Energy Life. Очень вкусный круассан. В Украине умеют делать круассаны. Халва, я тоже люблю халву. Я все люблю. Огурец, я сейчас, когда закончится, я все время думаю об огурце. Обязательно съем огурец. Андрей Андреевич, у меня сегодня день рождения. Ваш СНГ самый большой подарок. Лебедь, сегодня день рождения. Давайте группой подарим ей подарок. Любой семинар, который сегодня она выберет для себя бесплатно. Пусть она мне напишет в Facebook или там в любой социальной сети, или свой e-mail даст, и я ей отправлю любой семинар в подарок. Такой же. Яблоко, апельсин, хлебушек с медом. Угощаю финиками. Спасибо. Виртуальными финиками не нужно угощать. Шашлык – самый надежный продукт питания, который, мне кажется, шашлык. Мужчина шашлык любит очень. Мне кажется, любого мужчину, даже если ночью разбудить, и он не будет хотеть кушать и предложить шашлык, он будет есть. Сядет и будет кушать. Пойдет обязательно заесть. Это, конечно, у мужчин какая-то страсть к шашлыкам, знаете, и к мясу, которое приготовлено на улице. Мужчины очень любят. Чтобы мы, знаете, такой есть анекдот про Штирлица. Однажды Гитлер собрал всех в Рейхстаге и говорит: а сегодня, из-за того, что уже Красная Армия на пороге в Берлин, нам необходимо собраться всеми силами, и все руководители Рейхстага, и все руководители Рейха сегодня должны ехать на картошку, потому что нам нечем будет питаться уже через неделю, так как нас Красная Армия, скорее всего, возьмет в оцепление. Штирлиц говорит: нет, я не поеду ни в какую картошку и никакую картошку копать не стану. А Гитлер говорит: почему вы это не станете делать? Он говорит: потому что я советский разведчик, находящийся в Рейхстаге под прикрытием. Моя фамилия Исаев, и я герой Советского Союза. Гитлер вытаращивает глаза и говорит: на что вы, Штирлиц, только не готовы, лишь бы не ехать копать картошку. Вы на все готовы, лишь бы не ехать копать картошку. А у нас лучший узбекский плов в шикмен. Согласен. Самый лучший плов в шикменте, даже не сомневаюсь. Все равно, так как узбеки готовят плов, невозможно его приготовить, даже если очень захотят. Ем фирменный пирог из плавленных сырков, яиц и лука. Ай, обожаю. Клубника. У нас тоже есть клубника. Обожаю плавленые сырки, еще и с луком. Муа. Ребенок уснул на руках под мой голос. Это он от циферок уснул. Вяленую черешню. У моего мужа тоже день рождения. Ваш Сангая ему сделала как подарок. Мы оба ученики школы. Отлично. Тогда ваш муж пусть напишет мне, ему тоже сброшу семинар на выбор. Ну что, а давайте-ка продолжим. Уважаемые господа, я открываю сейчас семинар. Называются новые коды Дуйко. И мы сегодня попрактикуем коды, которые я обычно не даю в школе. Это новые коды. Итак, вначале будут идти коды для денег. Первые коды второго уровня. Для того, чтобы выиграть, итак, для того, чтобы получить или обрести выдох, мы должны произносить кай, а на выдохе изыля. Кай, изыля. И вместе со мной. Кай, изыля, кай, изыля. Кай, изыля, 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 кай, изыля. А еще я хочу вас раскрутить.
Сегодня прямо те ученики школы, которые находятся во время этого сангая, я раскручу ваш бизнес. Сделаю это прямо сегодня, это будет переть целую неделю. А скорее всего на следующую субботу, проведу еще один сангая. Почему нет? И спрошу, как ваши ощущения после проведенного вот такого сангая. А на следующем сангая я дам, скорее всего, цифровые коды для денег. Это цифровой код подключения к каналу денег, цифровой обрести славу и почет, чтобы всегда силы были для того, чтобы исполнить желания и так далее, и так далее. Скажите, будет это интересно? Вот всегда интересно, согласен. Итак, подключение к каналу денег. Ра на вдохе, ритокаца на выдохе. Ра, ритокаца. Ритокаца, 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 ритокаца. Ситокаца, 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 ситокаца. Обрести славу, почет, уважение и богатство. Чик на вдохе, на выдохе. Пэра. Чик, 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 пэра. Пэра. Чик, 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 пэра, чик, пэра, чик, пэра, пэра, чик, пэра, чик, пэра, чик, пэра, чик, пэра, чик, пэра, чик, пэра. Отдыхаем. Хочу узнать, нет ли среди вас людей, которые являются специалистами в области химии? Мне необходим химик-технолог на предприятие химической промышленности. Промышленности по изготовлению лаков, красок и там еще дополнительной химии. Если такие люди есть, то можете написать, я с вами свяжусь, и после этого есть очень хорошая работа, в случае, если вам это интересно. Даже консультация интересна. Андрей Андреевич, 11-й СНГЯ, это практики, которые проводили. Проходили бы с вами, это просто бомба, когда представляли звезды, пятиконечную и Луну. И что? И? Жду с нетерпением горных курсов, встречи с вами. Спасибо. А я с вами. С кодами проще, чем с цифрами. Так и есть. Цифры энергетически затратнее. Когда человек представляет цифры, то у человека происходит очень сильная растрата ментальной энергии. Это только для учеников, у которых это уже накопилось. Но это по своей мощности гораздо... Ну, такое себе. У меня ясли, раскрутите их, пожалуйста. Конечно, все сделаем сейчас, не переживайте. Дальше, чтобы всегда было желание и силы работать и зарабатывать. Я на вдохе, туну на выдохе. Я туну, 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 я туну. Я тут, 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 я тут. Дальше магическая помощь в обогащении себя. Пин. И стятя, и стятя, и стятя, и стятя. Ты стятя, 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 ты стятя
Дальше. Продажи в магазине, запуск энергии в магазинах, убирание вот этих мертвых зон или мертвых точек. Цу на вдохе, вакет на выдохе. Цу, вакет, цу, вакет. Цу, вакет. Цу, вакет, цу, вакет. Цу, вакет, цу, вакет. Цу, вакет, цу, вакет. Цу, вакет. Вакет, цу, вакет, цу, вакет. Дальше следующий код. Увеличение уровня дохода. Тьё на вдохе, ват на выдохе. Мы читаем по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Мы читаем по 33 раза. Я отчитываю это на вот таких чёточках, которые у меня есть. У нас было сейчас чик пейера, да? Да. Дальше увеличение уровня дохода. Кьё ват вместе со мной. Кьё ват, кьё ват. Кьё ват, кьё ват, кьё ват. Кьё ват, кьё ват, кьё ват, кьё ват. Кьё ват, кьё ват, кьё ват, кьё ват, кьё ват, кьё ват. Дальше. Везение в бизнесе, чтобы не было проверок, сила быть богатым, желания, чтобы возникали. Сет Гитлера. 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 Дальше. Чтобы каждый день получать большую прибыль. Кузда пакаля. 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 Куста пакаля, куста пакаля, куста пакаля, куста пакаля, куста пакаля. Дальше. Для того, чтобы найти источник дохода, на вдохе извала тала, на выдохе тю. Извала тала, на выдохе тю. Извала тала 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 тю, 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 извала тала тю. Я вчера во время вебинара обещал провести обряд раскрещивания. Я хочу вам сказать, что если сейчас произвести обряд раскрещивания, то вся энергия, которую мы с вами наработали, мы ее, скорее всего, сможем закрыть. Я забыл об этом, поэтому ее необходимо, данную практику было сделать в самом начале. Давайте мы это сделаем, но не в самом начале, а сделаем на следующем вебинаре. Не на вебинаре, а вот на таком сангая. Я хочу вам сказать, что обряд раскрещивания, он не может быть дешевым.
Дело в том, что я его буду проводить очень дорого, и скажу почему. После обряда раскрещивания меня атакуют эзотерические энергетические эгрегоры христианского толка, и продав это очень дорого, я, скорее всего, обеспечу себе возможность сделать так, чтобы обычные люди или обыватели с улицы, которые прошли бесплатно первую ступень и после этого фактически не знают меня, чтобы эти люди потом меня этим, нельзя сказать, шантажировали, а чтобы потом меня не компрометировали. Так как достаточно выложить такую информацию с моими высказываниями в интернет, для того, чтобы в дальнейшем у меня начались неприятности по поводу того, что я высказываюсь по отношению к религии, христианской церкви, там, хорошо или плохо и так далее. Дело в том, что это может вызвать большое количество, из-за того, что я популярен, это может вызвать большое количество недопонятых моментов, а также это в дальнейшем может создать для меня неприятности в государственной власти какой-то, и может это в дальнейшем для меня очень плохо. Поэтому, скорее всего, возможно, я это проведу отдельным семинаром, и это будет стоить достаточно дорого, там, $30, я не знаю, $40. Таким образом, я ограничу себя просто от обывателей, которые просто, а ну-ка, проведи, я хочу на это все посмотреть, а теперь я не хочу. Я когда-то совершил ошибку, провел такой обряд, и после этого те люди, которые присутствовали на обряде, я там, начали мне звонить и после этого требовать. Я не хочу, чтобы этот обряд, который вы провели, был со мной. Я требую, чтобы вы обратно провели. А обратно невозможно. Для того, чтобы обратно провести, у меня должно быть посвящение. А я не христианский батюшка. Я не могу сам без посвящения такого провести христианский обряд крещения. Поэтому раскрестить я могу. А вот покрестить обратно, к сожалению, нет. Поэтому сори. У меня тетя в церкви служит и подает за меня постоянно на причастие записки. Можно ли ей мне не говорить, что я хочу раскреститься? Но она продолжит подавать записки. Как это на меня повлиять может? Если вы будете раскрещены, никак. Вообще я вам могу сказать, если вы крещенные люди, не ходите на праздники религиозные. Потому что каждый раз после праздника религиозного у вас, скорее всего, будут жуткие неприятности. Нет более частых разводов и драм, которые происходят после всеночных на Рождество и после Пасхи с посещением этих пасхальных праздников. Я понимаю, что я сейчас говорю где-то неприятные вещи. Почему? Мне очень нравится этот праздник. Я очень люблю Пасху. Я люблю, когда весна, зелень, эти яички накрашенные, батюшка такой румяный, красивый, веселый. Особенно если постишься, потом пришел с этими яичками, этим творожком, после этого идешь домой, настроение хорошее, домой приходишь утром, подъем настроения, выпиваешь водки, закусываешь это яичком, после этого ложишься спать, просыпаешься, настроение хорошее. С кем-то обнимаешься, говоришь «Христос воскрес, воистину воскрес», там, целуешься с кем-то. Но есть обратная сторона. Очень много людей, они как дуреют в этот момент. Вот вообще, обратите внимание, как с ума сходят, причем их потом это накрывает на неделю. Ну я разве не прав? Да, их это выбивает, они потом плохо себя чувствуют. Напиваются во время этого праздника. Ну, напивается, ладно, всякое бывает. Но очень много измен вот как раз в эти дни происходит. Очень-очень небезопасно. Ольга Васильева пишет, я пошла обряд раскрещивания на РТИ и нисколько не пожалела. Ну и правильно. Так и есть, про церковь со мной все это происходило. Я не обманываю обычно. Еще проводы злых духов провести. Все, я сейчас больше, я перестал принимать людей, у меня больше времени для того, чтобы писать книги. Сейчас уникальная книга выйдет. Скоро я ее привезу с собой на горный морской курс. Она просто уникальная. Вот она уникальнее уже не бывает ничего. Она действительно уникальна тем, что очень простые такие методы, там, завяжись веревочками, там, похлопай себя, там, лечение бронхита, взять белую бумагу обычную, ей потереть многократно центр груди, после этого бумажку эту сжигать. Знакомому посоветовал, он мне звонит и говорит, да что же это было, утром начал тереть,
целый день нет кашля, и вечером лег спать без кашля, утром проснулся, не кашляю. Это такое может быть? Я говорю, ну да. Он говорит, а как это можно объяснить? Я говорю, это магия. Он говорит, я не верю. Ну, вот так. Прошла обряд раскрещивания. Клиенты не появляются в недвижимости. Помогите. Вы же уже написали. Ну, не надо быть, не надо быть. Я понимаю, что сейчас еврейские праздники, что сейчас хуцпа, там, быть наглым – это очень приятно или очень круто и так далее. Ну, вы же один раз написали, я один раз прочитал. Вы неужели думаете от того, что вы будете многократно это говорить, я начну больше обращать внимание? Не будьте наглее всех остальных. Все остальные имеют точно такое же право выбора, как и вы. Поэтому, если один раз вы написали, я это прочитал, увидел, этого достаточно. Серьезно, я вижу то, что вы пишете. Или вы хотите, чтобы вам больше досталось? Вспомните историю про Каина и Авеля. Помните, почему Каин Авеля убил? Его желание было самое хорошее. Он хотел быть более любим своим отцом. Он не убивал, потому что у него плохо или хорошо было. Ну и кто был виноват в этом? Я могу сказать, что виноват был отец отчасти, потому что отец больше внимания уделял одному и поощрял одного, чем другого. Это для родителей очень хорошая история. Нельзя, вы представляете, на что человек может пойти во имя любви, даже на убийство во имя любви, для того, чтобы быть ближе или быть нужнее, либо быть гораздо дороже для своего отца. Представляете, насколько страшно. О чем говорит нам Библия в этом случае? Она нам говорит о том, что любовь, она должна быть... Любовь не такое простое качество. Любовь, она не может быть... С любовью нужно аккуратнее, потому что во имя любви может человек убить другого человека. Поэтому, когда там одного хвалишь, а другого ругаешь, то это может привести к тяжелейшим драматическим исходам. Ладно, на улице весна, весна – время любви. Увеличение продаж в магазине. На вдохе «уня», на выдохе «эфортаку». «Уня», «эфортаку». «Уня», «эфортаку». Уня эфортаку. 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 Отдыхаем. У меня была такая история, она произошла в Египте. 8 марта утром я взял карты, которые я сам сделал. И так, чтобы никто не видит, выложил эти карты. Они мне показали очень плохую историю. Я решил в этот момент вообще их больше не брать в руки, решил, что я вообще ими заниматься не буду. И вы представляете, 8 марта эта история негативная произошла. И после этого я понял, что я действительно создал какие-то очень необычные карты, вы представляете. И, скорее всего, вот эту неделю, читая вечером семинары 4-й ступени, на протяжении дня и на протяжении всей недели, я, скорее всего, буду работать исключительно с этими картами. И вот этим семинаром или этой книгой, которая связана с магическими компонентами. Могу сказать, что действительно эти карты очень уникальные. Очень хочется их побыстрее сделать и провести семинар. Я уже созрел. Ура! Наконец-то. Если близкие не будут меня мучить и не будут требовать гадать им каждые полчаса. Там вот лежит вот этот спрей, маселка. Вот там ванной, вот здесь у нас в первой ванной, когда заходишь, сразу лежит белая бутылочка. Мы решили. Где можно узнать, когда будут проводиться раскрещивания и проводы гневных духов? Следите за информацией на моем сайте duiko.guru. Дальше, следующий код. Вот этот код Уня Эфортаку, он очень суперовый для магазина. Можете в магазине находиться, произносить «Уня и фортаку», и тогда у вас будет увеличиваться продажа. Ну, лучше или эффективнее, если вы в магазине не находитесь. Вот он, этот знаменитый спрей, который я вчера прорекламировал. Мы его, скорее всего, уже с конца недели этой будем продавать или начнем продавать. Его купить в тибетской формуле нельзя будет, но можно будет купить ученикам исключительно на нашем сайте. Этот сайт будет kailas.market.
Kailas.market, он будет выставлен как новинка. На нем ничего не будет написано на этом спрее, а на нем будет нарисована шестиконечная иудейская звезда золотом. Также будет она нарисована, а в середине будет написано duiko.guru. И больше ничего, никакого описания, ничего. Мы будем его продавать, там будет написано, что он дает. В древнем учебнике Тора, по которому иудеи обучаются искусству понимания Бога, есть текст. В этом тексте дается рецепт, который объясняет, как сварить определенное масло, которое делает человека высокодуховным человеком. Что дает такое масло? Я взял два рецепта. Один рецепт из Тхарва-Веды. Там написано, что тот человек, кто знает варку масла, там, из таких ингредиентов, если он будет себя смазывать этим маслом или там чуть-чуть прикоснется к какому-нибудь предмету, продастся предмет, если к себе, то там, если ритуальные предметы смазывать таким маслом, то тогда ритуалы начинают получаться. Если вы гадаете на кубиках, смазали кубики этим маслом, то кубики показывают правильно. То есть это исключительно масло с высоким зарядом энергетической духовности. Конечно, это очень смешно звучит. Естественно, я никогда об этом не объявлю в открыто. Это масло будет в закрытом виде, скорее всего, продаваться у нас на нашем сайте. Масло такое легко дома самому приготовить. В него входит 10 ингредиентов. Это корица, какая-то часть. Это кассия ускалистная, какая-то часть. Это ладан, особый его вид, исключительно мелкий, египетский или иорданский. Какая-то часть, также аир болотный и аир сладкий. Также туда входят листья мирты. Это все определенным образом готовится и получается вот такое масло. Я могу сказать вам, что дает это масло. Оно дает человеку определенные вибрации. Если это масло намазать на себя, то человек, который рядом с вами находится, он будет хотеть для вас что-то сделать хорошее. Но если злиться, то не будет в этот момент вас замечать. Очень удобно, если на вас злится человек там за что-то, вы можете просто себя смазать особенно хорошо на уровне груди. Если лобик, то тогда хорошо относится к человеку. Вообще, могу сказать, что оно, к нему очень привыкаешь, и после того, когда им смазываешь, допустим, какой-нибудь предмет, ну, в этот момент предмета нет, я смажу себя, а также я сейчас помажу четки свои, вот у меня такие четочки. Вот смотрите, я четки эти смазал этим маслом. Теперь энергетически эти четки, они становятся энергетически гораздо мощнее. А также данное масло, если я намазал левую или правую руку, то люди, которые на меня смотрят или с которыми я буду дальше общаться, на протяжении суток будут обязательно ко мне хорошо относиться. Уникальное масло. Я могу сказать, что оно действительно имеет вот такой уникальный эффект. Плюс у него очень-очень тонкий, очень приятный, не лекарственный запах. Ну и этот запах, его потом помнишь. Я могу сказать, он чем-то напоминает запах, наверное, мироточения вот этого масла, который в церкви продают. Вот когда делают помазание, то вот пахнет как раз вот так. Ты попробуй, конечно. Намажь себе, что скажешь? Это помажь, скажи, чем пахнет. Очень необычно. В магазине будет, да, будет вот такая бутылочка в церкви. Корицей, аиром. Да, очень тонко пахнет аиром. Очень тонко. Очень тонко и очень, очень приятно. Вообще, если смазывать, ну, очень такой тонкий запах, он, знаете, какой? Вот его можно описать родной. Когда ребенок рождается, его нюхаешь, он вот так пахнет. Да? Вот каждый человек по-разному это воспринимает. Вот когда дети родились свои, ты их нюхаешь, вот они первое время пахнут именно вот так. Какой-то такой первый родной запах. Прямо такой, очень необычный. Если человек тепло к вам относится и будет слышать этот запах, то у него сразу же проявляется желание вам в чем-то помочь, там располагающий очень, очень. Где такие четки золотые купить? Ну, зачем они вам нужны?
А можно очень, пожалуйста, провести обряд прожигания чакры? Без этого коды и шумы работают не на 100%. Все нормально, все работает. У меня есть Астана, квартира, собственно, которая бесплатно живут на протяжении 20 лет мои родственники. Выселяю их летом. Мне лучше эту квартиру продать или сдавать в аренду? Лучше продать. Можно ли привлечь деньги, материальное благополучие с помощью масла? Можно. Вы представляете, с помощью этого, да. Так вы родили это масло? Конечно, я его хочу с пятницы уже продавать. Оно уже упаковано. Мне очень... Ну... Сварил, приготовил, да. Я его не родил, мне рожать нечем, к сожалению. Как можно приобрести ваши карты, сколько стоит? Я понял, у нас здесь новички, поэтому тему закрыли. Продолжаем. Мантра для решения всех проблем. Каяу, а на выдохе нуска. Каяу, 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 нуска. Пуска, каю, 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 пуска. Дальше от невыносимых долгов и нищеты стомаке кри, стомаке кри, стомаке кри вместе со мной. Стомаке кри. Томаке кри, 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 томаке кри. Дальше. Для получения желаемого таки на вдохе, поздава на выдохе. Таки поздава. Таки поздава. Таки поздава. И начинаем. Таки поздава. 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 Дальше. Такое масло будет стоить $10.50. Здесь 50 грамм, да? $10 будет стоить 50 грамм. Оно очень дорого обходится, потому что в нем дорогие ингредиенты. Дальше. Убрать любое невезение в бизнесе, включая влияние планеты карму, проверки всевозможные. На вдохе пиу, на выдохе заза. Пиу, заза, 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 пиу, заза. Пью, заза, 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 пью, заза. Отдыхаем. Сейчас я выпустил на своем производстве два компонента. Я очень долго думал, как можно вылечить онкологические заболевания. И придумал двухкомпонентный раствор. Один раствор называется карцикс жидкий, другой называется карцикс масляный. Человек соединяет карцикс жидкий с карциксом масляным, взбалтывает и пьет 3 раза в день. Я считаю, что данным раствором можно удалить любое онкологическое новообразование. При этом, вы представляете, масляный раствор, который я делал, я его делал из ромашки, лопуха, там еще ингредиенты. Вы представляете, он в бутылочке стал золотым. Я еще никогда не видел, чтобы так блестело масло. Оно блестит так, как будто в нем частички золота. Это потрясающе. Оно прямо вид имеет, как будто золотое. Прям очень красиво. Вчера мне это очень удивило. Я вынес его и обратил на это внимание Ваня, мой родственник. Он говорит, ты представляешь, оно такое красивое, как будто золото кусочки в нем. Прям как будто кусочки золота плавают. А вкус вот этого карцикса, это настойка многих растений, включая ядовитые растения, но безопасно это принимать.
Когда принимаю этот, когда попробовал этот карциц, оказалось, что он очень вкусный. Но знаете, в чем особенность? Даже одна чайная ложка этого карцица так вставляет или так ударяет по мозгам, что где-то минут 40 ходишь опьяненный, уже понимаешь, что это, скорее всего, ты не пьяный, потому что ложка водки, она не может так влиять на мозг человека. То есть это просто, наверное, эффект вот такого быстрого проникновения. Я сделал эти два компонента, и их человек должен будет 2 столовые ложки одного и 2 столовые ложки другого соединять, встряхивать и после этого выпивать. Почему я не сделал это отдельно? Дело в том, что масло с этим раствором не соединяется. А если соединяется, то там появляется, если оно постоит хоть немножко, там появляются лохмотья такие. И эти лохмотья – это соединения. Они не должны соединяться, они должны вот так, ну, происходит объединение. Этого выпадает в осадок. Для того, чтобы этого не было, необходимо его принимать только соединяя и принимать сразу же. Тогда эффект потрясающий и быстрый. Могу сказать, что эффект очень мощный. А сам карцикс по себе жидкий, он очень вкусный. Достаточно одну столовую ложку просто в теплую водичку или в чай, и чай становится таким, с таким ярким, очень приятным запахом. Также хочу обрадовать, что наша компания выпустила жидкий изотон. И теперь можно приобрести жидкий изотон по цене наноаквахилатов. Он стал водорастворимый, можно делать ингаляции, он очень быстро усваивается. Поэтому профилактика онкологии стала проще. Естественно, эти препараты, они все закрыты от обычных людей, которые приходят просто так на сайт. Естественно, эти препараты можно заказывать исключительно только в случае, если вы связываетесь с оператором. По-другому никак. Никак. Можно масла принимать для профилактики, можно. Я хочу сказать вам, что вот этот препарат, вот это масло, им только мазаться, его нельзя пить. Оно горькое и оно вовнутрь, скорее всего. Ага, а от диабета, Саша, да, от диабета я сделал гликоцитрохромин спрей в рот. Он эффективнее, чем пить гликоцитрохромин, эффективнее, потому что если в течение дня 10 раз или более вот так просто брызгать по два раза в рот себе вот таким гликоцитрохромином в спрее, он уже есть в продаже, можно заказывать, то такой спрей снижает глюкозу на протяжении дня. Можно потом, восстанавливая и улучшая индекс НОМа, восстанавливая выделение и формирование инсулина, очень-очень суперово. Помогите, пожалуйста, продать неделю отдыха в Испании на острове Тенерифе. Обращалась на МК, но не понял. Продать неделю – это как? Помогите, пожалуйста, продать. Нина, не понял. Нина, я не могу сказать, что я вас помню, чуть-чуть не понял. Сижу счастливой глупой улыбкой на губах. А все из-за вашего, конечно, для раскрутки моих ясен. Ура! Вот так. Продолжаем. Убрать любое невезение прочитали. Найти задание, получить работу, быть очень успешным. Атикулусас на выдохе Тилил. Атикулусас 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 Тилил. Дальше. Мощная магия, чтобы найти клад, выиграть в лотерею. Модро на вдохе, модро на выдохе. Модро, 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 модро. Модро, модро. Модро, 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 модро. Достижение успеха на работе, успеха в поставленной цели. Туру на вдохе, смена на выдохе. Туру, смена. Туру, смена. Туру, смена. Туру, смена, туру, смена, туру, смена, туру, смена, туру, смена,
Смена. 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 Смена, тору, 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 смена. И последнее решение любых проблем – обретение материального благополучия. Цак на вдохе, воротю на выдохе. Цак, воротю. Цак. Дальше несколько кодов, которыми мы улучшим свою концентрацию, сосредоточение и память, потому что это нам тоже необходимо. Итак, первый код для концентрации и сосредоточения. Хца на вдохе, я на выдохе. Хца, я, 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 хца. Я, са, 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 я. Усилить память, развить умственные способности. Хай на вдохе, ри на выдохе. Хай, ри, 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 хай, ри. Для вдохновения хыця на вдохе, яхон на выдохе. Хыця, яхон. 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 А теперь просто посидите. Омахун хри, омахун хри, омахун хри, омахун хри, омахун хри, омахун хри. Указательным пальцем обведите себя. Запечатайте со всех сторон с мантрой, которую я дал на первой ступени омахун хахури. И сделайте вот такие движения. Эти движения уберут у вас сразу же проблемы, которые связаны с тем, что у вас давление поднимается после выполнения таких практик. Я вас научу, что делать. Делайте вот так. Это наш сангья заканчивается. Сейчас я приглашу своих детей. Иди ко мне кто-нибудь. Сейчас мы пожелаем всем хороших выходных. Анечка, иди ко мне. Они только пришли сейчас с улицы. А, сегодня она папа, она грязная чуть-чуть. Опа. Давай помашем людям. До свидания, скажи. Давай скажем им, мы желаем вам хороших выходных. Ну почему это нельзя? Что нельзя? Что ты хочешь делать? Ой, это свое? Давай покажем, как нужно целоваться. Я тебя целую. Давай тут поцелуемся. Не, я не хочу. Она становится уже взрослой. Только грязной. Давай магию сделаем. Как кошечка делает?
А как собачка? Да. А ну-ка покажи, как кортика. И все. Что ты ешь? Печеньку? Скажи, давай, не балуй, скажем, до свидания. До свидания, что-нибудь, слышишь, пока. Пока, все, до свидания. Все, до свидания.